Блискучий и прозрыстый. Сапраўдный дядьковский крышталь представили на выставе у картинной галереи Гаурила Вашченки. У экспозиции сучасные выробы, створенные на высоком мастацким узроўні. Дядьковский крыштальный завод – жамчужина российской шкляной вытворчасти. Гэтае предприемство захавало традиции майстроў минулого. Зараз таленавитые мастаки-дизайнеры протягивают развивать назапашенный за 2 стагоддзі опыт. Мануфактура была основана в 1790 году. То есть здесь мы уже говорим о традициях, о истории свыше нескольких веков. То есть в данном случае мы говорим о холодной обработке стекла, когда разными алмазными, в частности, приспособлениями наносятся дополнительные грани. То есть это, в общем-то, такой сложный процесс, где, конечно же, не обходится без художников. Дядьковский крышталь у основным выпрацовывают и декоруют ручную. Разом с цікавымі композиционными решениями майстры выкарыстоўваюць традиционные способы декорования – гутную технику, гравировку и алмазное гранение. Менавіта на дядьковском заводе вырабляют призы вядомых спаборніцтваў. Гэта крыштальная боксерская пальчатка, крыштальные пеликаны для лепших наставников России и богиня медицины для лепших урачоў. Люстры с дядьковского крышталю упрыгожваюць Третьяковскую галерею, музей Дивана у Баку и палац Урада на Кубе.